Привет! Это видеообзор комплекта, альбомчик и фоторамочка для девочки, малышки. Фоторамочка для фотографий 10 на 10. Здесь цветочки из бумаги, высечки, вырубка и всякие элементы из набора бумаги, который я использовала в альбомчике. И еще здесь есть полжемчужины. Фото вставляется сверху, есть у него у рамочки ножка, благодаря которой она очень устойчиво стоит. Альбомчик среднего размера 20 на 17, корешочек 5,5 сантиметров. На корешочке такой брат с розочкой, сзади бирочка, ручная работа, завязывается на репсовую ленту. На обложечке присутствуют цветочки из фоамирана, из бумаги, кружево, полужемчужины, высечки и чипборд от мистера Пейнтера, перышко. Альбомчик вмещает в себя около 50 фото 9 на 13 и 10 фотографий 10 на 10. У меня вот фотографии 10 на 15, но примерно могу показать, как это будет выглядеть. Первая страничка закрывается на магнитик. Вот здесь фото вклеивается под розочку, и очень красиво будет смотреться оформление. Фото также приклеивается с обратной стороны, вставляется в уголочки. Тут еще, то есть здесь где-то 50 на 50 фотографии вставляются в уголочки и 50% для самостоятельного вклеивания. Так, тут, значит, еще конвертик с тегом для записей. А под конвертиком такой вот кармашек, куда вставляется тег для двух фотографий 10 на 10. И вот так вот все закрывается на магнитик. «Сказка маленькой принцессы». Вторая страничка закрывается на анкер. Здесь подложка для двух фотографий. Здесь подложечка еще одна для двух. И здесь для двух. И вот сюда еще одну фотографию можно поместить. Здесь даже 10 на 15 фотография поместится. Так вот все закрывается и на анкер. Второй разворот. Здесь такая интересная открывашка на шнуре. Здесь для трех фотографий места. Здесь еще одно место под фото. Здесь также помещается одна фотография. И в таком небольшом кармашке еще один тег, наше сокровище. Можно что-нибудь сзади написать. Так вот закрывается на шнурочек и братц. Вторая страничка. Здесь такая круглая рамочка. Сюда можно вклеить две фотографии. Лицевой стороной с одной стороны и сюда с другой. И получится две фотографии 10 на 10 здесь. Здесь 9 на 13, 4 фото. Здесь большой карман. Здесь помещаются такие два небольших тега для записи и один побольше для фото 10 на 10, две штучки. Так, закрывается на магнитик. Третий разворот. Такая опять открывашка на шнуре и братцы. Самая прекрасная девочка. Здесь можно фото вклеить. Здесь надпись «Люби эту жизнь». Дальше две вот такие открывашки на 4 фото. И здесь еще одна фотография вклеивается. Так вот закрывается на шнурочек. Дальше эта сторона. И здесь тоже шнурочек. Такая открывашка, раз, два, три фотографии. Здесь четвертая фотография. Еще две на вот этой открывашке. И здесь вот так под цветочки приклеивается фотография. И очень здорово смотрится.
это я потом завяжу. Последний разворот. Здесь опять же на магните открывашка. Тут две фотографии, еще две, три. Так, всего 5 фотографий. И такой карман под нижней подложкой. Тег для записи и тег для двух фото 10 на 10. Так вот закрывается на магнит. Последняя страничка. Мое большое счастье. Также фотография вставляется под композицию цветочную, вклеивается. Также на магните держится. Здесь можно фотографию отпечатка ножки, например, вклеить. Здесь подложка на 3 фото и под ней еще тег для 2 фотографий 10 на 10 и еще 2 небольших тега для записей памятных. Вот такой получился очень нежный и при этом красочный альбомчик. Очень мне нравится сочетание этих цветов, розовый, сиреневый, голубой цвет. По-моему, это супер нежнятина какая-то. По большей части я использовала бумагу от Art Uzur в этом альбоме. Очень красивая, безумно нежная. Также я использовала наклейки тоже от Art Uzur, кружево, высечки из коллекции, братцы, люверсы и, в общем, ну и магниты. Стоимость конкретно этого альбома вместе с рамочкой 2000, включая доставку, то есть для вас она будет бесплатная. По отдельности их тоже можно приобрести. 1800 за альбом плюс доставка. И 500 рублей за рамочку тоже плюс доставка. Еще хотела сказать, что рамочки тоже можно заказывать на любую тематику. Фиксированная цена на них 500 рублей. Единственный момент, я их делаю только из ткани из наличия, потому что заказывать на рамочку ткань отдельно, ну, просто нецелесообразно. И за альбом подобного плана, то есть среднего размера, на 4 разворота будет стоить 2650 рублей. То есть по 500 рублей за разворот и 650 это обложка. Поэтому вы можете этот купить намного дешевле. Все, всем спасибо за внимание. Если вам понравился этот обзор или альбомчик, ставьте лайки, комментируйте, спрашивайте. Мне всегда приятно ваше внимание. Всем спасибо и пока-пока.